Всем здравствуйте, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь. Мы продолжаем прохождение игры Call of Duty, там какая-то ВВ, вторая часть, я не знаю. В общем, давайте продолжать. Все, погнали, командант. Патрон мало, но я думаю, мы справимся, в принципе. Не в такой заднице сражались, правильно? Че, если еще на рожон полезем, кулаки надо есть. Надо уничтожить это орудие! Какое? Приготовьтесь к атаке! Контрольная точка. Вперед! Тихо. Перемещаемся. Заткните пулемет. Пулемет, заткнись. Так пойдет? Эть. Там еще. Попал, но не убил, по-моему, его, да? Угу. Я так понимаю, что. Ты не попутал ничего, дорогой, а? Так, надо как-то пробегать дальше. О, граната! Перед. Блин, я в кустах застрял, офигенно. Тихо, спокойно, не надо меня убивать. Ух, вас тут как много-то, а? Блин. Вперед, мужики. Бежал. Да хорош там стрелять уже, а, надоел. Ну-ка. А, гранат нету. В каком поле? Раунд атакуют. Готов. Нельзя сдавать им орудие. Удерживать позицию. Отлично, я стреляю в труп. Блин, не попал. Жалко, можно было бы, кстати, эпично его попасть, знаете, когда он. Куда ты пошел, сука? Блин, он, по-моему, пулемет идет, слушайте. Не в мою смену, ублюдыш. Ой-ой-ой. Ни хрена у вас тут! Многовастенько. Так, а я не могу... А, ну и там мне... Так, стой. Так. Во! Бросаю дымовую! Да. Вот это нормально, вот это наша пушка. Так, перезарядочка. Тихо. Отличная идея была пере. Я понял. Так, ладно, нам надо пробиваться наверх. Нам надо пробиваться вон туда к пулемету сразу. Самый лучший вариант. Так, погнали. Блин, я же его увидел. Вот мышь. Так, этого убрал. Да подожди ты, я ничего не сдаю, я еще... Я пытаюсь выжить в этом дерьме, блин. Блин, я вроде его убивал, нет? Все, я побежал до пулемета. Ага. Все. У нас кто не первый, тот второй. Я же здесь как-то ко мне никто сейчас не подымется. Так, ведем прицельный огонь. Отойдем. Надо похилиться. Блин, аптечек столько нету. Кто мне... Блин, она ничего не перезарядилась. Да вы гоните.
Воу, тихо. Вот это сейчас была моя ошибка. My bad. Тихо. Чуть не умер. Перезаряжаемся. Давай, 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 давай. Да их тут как 40 нам. Да блин, тут вообще не вариант так перестреливаться. Вы что, гоните что ли? Аптечка. Смотрите, как выбежали. О, кажись, дождались кого-то. Уху, да мы красавчики. Ну, точнее, я. Ух. Привет. Чисто. Чисто. Где чисто? Сейчас. Чисто у танкиста. Куда дальше-то? Так, что надо сделать? Уничтожить артиллерию. Артиллерию. Как это сделать? Ага, понял. Поберегись! Я подумал, это лампочки какие-то принесли. Ой, по-моему, бежать надо. Бам. Молодец, Дэниелс. Так, ребята, идем за мной к точке сбора. Фух. Пошли. Так, подожди, тут что, ничего нет? Да, в принципе, здесь... Это линейная игра, так что, скорее всего, тут вряд ли что-то будет прям по сусекам раскидано. Тут все, как правило, открыто и доходчиво. Вот канистра переваляется красная. Пирсон! А? Составь рапорт о потерях. Без проблем, капитан. Составлю. Сколько людей погибло? Много. Но мы взяли берег. Чертовски высокой ценой. Бери патроны, когда сможем. Тут одни тряпки. Какие патроны мне брать, ребята? Вы о чем? Дэниелс. А я думал, что меня не удивить. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял. Эй, я твой должник. Сам знаешь. Мы в расчете. Мы прорвемся. До конца? До конца. Мы взяли пляж! Лагерь ставим у второй линии кустов за хребтом. Ты принят в первую кровавую. Далеко забрался от Техаса, парень. Мне уже не нравится название «Первую кровавую». Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. А ты кто? Спасибо, вообще? Сэр. Я... Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Так вот. Не знаю, кто решил, что это лучший способ освободить Европу, но я гарантирую одно. Утром на побережье их не было. Угу. Сувенир найдено 0 из 3, отлично. Подвиги 1 из 2, это, видать, надо было спасти. Ну, ребята, я спас там второго, ну, вместе с немцем их застрелил. Это была совершенная случайность. Так, день высадки мы прошли. Блин, надо было в прошлой серии тогда закончить кампанию, что как-то получилось. Разбил серии. Операция Кобра. Ну что ж, посмотрим, что за операция. 7 недель со дня высадки. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко. Все ясно. Начать операцию, выбрать сложность. Начать операцию. Сложность, в принципе, уже выбрана. Была раньше. Мы с ребятами справляемся, я бы сказал, прекрасно. Пирсон так не считает. Но он вечно недоволен. Может быть, к Рождеству я уже буду дома. С парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал бы Ламоту в нокаут. Ну, не. Шмелинг нацист. Я бы его пристрелил. Его сделали кумиром. У него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные и слабые. Хватит, умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон. Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как кто вернулся. Думал, ты еще не скоро.
Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи? Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? Видал и похуже. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы, и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Цусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера защищать нас – дело чести. Пойдем! Только война все время этому мешала. Какая негодяйка. Так, первый взвод, выдвигаемся. Пошли! Сесть на танк. Угу. Так, это мое место, да? Я буду сидеть на какой-то трубе. Эй! Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее все. Понял, да? Ты тут... Танки, поехали! Кишку не обнажай. Взял его, просто готовность подорвал. Двумя ударами. Хватайтесь крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Как льву сырое мясо. Пошли, пошли! Не, знаете, что мне здесь нравится? То, что мы играем реально за каких-то рядовых солдат, а не каких-то обычных спецагентов, спецбоевых каких-то таких, знаете... А ты неплохо держишься. Солдат удачи. А ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему вас гнобит? Кассери! Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, все его люди погибли. Это был кошмар. Резня. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перекрыли западный вход. Из-за этого засранца мы чуть все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно он. Но Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да, ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй, как насчет шашлыка? На что они надеялись? В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын. Не, это Фриц. Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта. Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях. Печатный пресс, микроскоп, сосиски. Вы меня убиваете. Сосиски. Вы это слышите? Летит сюда. Штуки, берегись. Мерда. Слезайте. Так, все, началась веселуха. Ничего себе, нормально так покатались. Дороги! Делаем крюк, живо! Все, надо уходим. Надо защитить наши Шерманы. Вдалеке стреляют зенитки. Мы должны захватить одну из них и сбить штуки. Пулеметы в сарае. Черт, пройти к ней зенитному орудию. Заткните пулеметы. Два отряда окружите их слева и справа. Давай. А мы какой, первый или второй? Ну ладно, я иду слева, все, я выбрал. Ух ты. Оба, прямо через троиночку им попал в голову. Прикольно, да? Подожди, не вставай. Я стреляю через тебя. Ух ты, да не подпирайте. Ой. Так, спокойно. Отхилиться.
Так, ну они, получается, не умирают, да? Ладно, двигаемся дальше. Оп. Блин, зараза. Ни хрена не вижу, там все в дымане. Здесь занято. Ищи себе другую бочку, дурачок. Блин, кто-то слева стреляет. Ты что ли? Все нормально. Нет, блин, Клеопатра, елки-палки. Кого вы тут ждали? Блин, меня тут со всех сторон зажали. Твою мать, не вижу нифига. Да вы задолбали меня стрелять. Хиляемся. Надо пушить, короче, туда дальше продвигаться. Опять у меня пистолет. Да дайте мне нормальное оружие. Воу-воу-воу. Готов. Ой, тут, короче, надо вот так вот делать. Бросаю вот гранату! И наслаждаемся. О! Все. Так, один минус. Второй минус. Третий минус. Так, готово. Так, это свои, блин, что-то. Воу. Тихо. Я передумал, ребята. Там неинтересно. Блин. Тихо, надо похиляться. Эй, в смысле? Откуда? А, блин, за эти дерешки его не видно. Иду на второй этаж! Вот! Да ты, сука! Блин, а как их тоже как-то же можно бить, правильно? Аптечка здесь! Нате вам туда, гранаточку! Ну, по крайней мере, если даже кто-то не взорвался, то открылись. Идем в поля! Надо. Там вон еще один есть, танки! Я его вижу. Стой. Не? Ну ладно. Рядом с большим стогом. Так, пулеметы есть? Блин, там много. Аптечка, подожди, надо отхиляться. Ух ты! Нормально отхилялся, блин. Блин, там много. И пулеметов ничего нет. Пулеметы есть, но с другой стороны, блин. Вперед! Тесните их! Нате! Ух, нифига их тесните, я что-то... Оп. Блин, их... Опа, граната. Меняем кусты. Дай патроны. Они все что-то говорят, бери патроны, а где эти патроны брать? Блин, у меня 5 патронов осталось. Меняем пушки. Куда они бегут? Никуда они не бегут, елки-палки. Они останутся здесь. Лежат в своей собственной крови. Аптечка. Отлично. Ой, простите. Есть патрон. Здесь патрон.
О, тихо. Так. Не густо, но все. Они сдаются, не стрелять! Вы двое! Займитесь пленными! Лежать! Немецкие войска! Ты должен заняться пленными! Ну ладно, не будем их убивать, конечно, можно было застрелить. Патроны, ну, ладно. Я должен с ними заниматься. А что мне с ними делать-то? Че, пацаны, рассказывай, че как? Все? Так, кажись, все, они вроде сдались. Двигаем дальше. Все ясно, вижу. Штуки сносят наши танки! Танкам нужна наша помощь! Мы идем. Нитку за этими деревьями. Ползу. Блин, попал, но не убил. Что за О! А вот и сувенирчик, смотрите-ка, часы какие-то нашел. Это есть эти сувениры, ну, такое себе, конечно, счастье найти такое. Вот это зенитка! Сейчас мы уберем краудов и поможем нашим танкам! Я бы, если честно, был бы больше был бы счастлив патроном. Ой, ребята, я так как прятаться за красной бочкой, это бред полнейший. Давай, ребята, щимим, вперед, давай. Граната! Без Б. Дайте порулить. Бомбардировщики сносят танки. Надо их сбить. Сейчас я им устрою бомбоприем. Где они? На два. Ну-ка ты. Минус. Почему 1-2? Парень по радио явно взбешен. Крауты не понимают, в чем дело. Еще враги! Где? Оттуда же, да? Минус. О! А-та-та-та-та-та! Где еще? Они все поняли! Суки атакуют нашу позицию! Так, минус еще два. Вижу, работаю. Минус раз. Минус раз. По центру. Ага. Жрите, свинец. Голубчики. Еще нет. На 5 часов. Да хоть на 4:30. Есть. Есть, да? Я могу этим заниматься целый день. Но я устал. А во сколько у нас обед? Я не расслабляюсь. Оп. Ух. Кончились. Отлично, Дэниелс. Вот это мы тут вообще рулим. Эй, Перес. Ты как? Они убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли. Тушеночка. Враги впереди, окопались с паками. Надо их выбить. Хорошо, Пирсон. Бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы. Yes, sir. Дэниел, Сусман, вы со мной, идем. Ну хоть с кого-то патрон пособирали, а то совсем что-то все грустно. Ладно, все, идем, пока там что-то я тут собирал, у нас какие-то командования. Перес сказал паки. Что это такое? Артиллерия фрицев. Противотанковая. Водную не читал? И что нам делать с артиллерией? А вот я и сам. О, патроны, да ладно. Бросаю дымовую! Ладно, хоть дымовую. А можно же было вроде таскать до 6 этих. Давай еще, больше бери, там во все карманы, там во все, там в трусы напихай, ну серьезно. Тут вечно этих патронов не хватает, дефицит с этими патрошками. Это я играю не на самом сложном уровне, на самом сложном я всю тут с ума сошел. П-47. 5 патронов бы давали бы на всю игру и все. Надо было раньше добраться до зенитки. Ты не виноват. Это же гражданские. Это преступление? Ну конечно, студент. Сюда. Мы же сражаемся. Хорошая позиция.
Так. Доставайте бинокли! Вон Берес и его парни! Идут в самое пекло! Нам нужно снять расчеты паков! Всем открыть огонь! Все понятно? Вперед, ребята! Ой, да тут просто одно удовольствие, стреляй по прямой, да и все. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Куда побежал, а? Так, надо поближе подбираться, там далековато уже. Да ты чё? Куда, сукины псы? Ты что тут, верен своему делу, что ли? Стреляешь тут до Талова, а? Так, ребятки, у меня тут это... Пластырь надо наложить. Далеко пошел. Так, есть, одних отжали. Так, это не самое лучшее оружие на такую дистанцию, конечно, работать, ну. Отлично. Все, нормально, ребят, зачистили. Я за патронами. Давай, давай. Так, они меня тут не задавят случайно, а? Вы покурят, тут свои бегают. Так, идем за танками, понял. Все, я лучше за крайним левым буду держаться. Здесь, если что, есть куда спрятаться в лес там. Я понял. Я буду так. Что? Граната? Правый? Куда ты поворачиваешь-то? Подожди. Я прям на жопе у танка сижу. Да зачем мне патрон тратить? Они сами вроде справляются. Нам идти нет или нам сидеть дальше? Ну ладно. Ой, я, наверное, зря пошел за ним, да? Если кто? Хозяева! Подожди! Кто из вас блин, а, ну что ж такое-то? Да вы тут цвет падал, я не хрен пойми, кто из вас ку. Ху из ку. Ой. Что такое, ребята? Не нравится, как танки пушат, да? Так. Блин, вот это хреново. Нельзя наступать, пока эти паки стреляют. Займите позицию повыше. Заткните паки. Всем закрыть люк. Вижу призрак. Иди к одному из сараев. Займи позицию для стрельбы. Позиция для стрельбы. Ну, для нее забраться сначала, да. Блин, не попал. Готов. Готов. Так, прожимаю, прожимаю, ребята. Где прикрывашки, а? Ой. Так, а тут-то что дальше делать? Фу, блин, напугал меня. Ух ты! Ты аккуратнее стучись. Подождите, я похиляюсь. Так, надо, наверное, вот так вот сделать. И вперед! Ага.
Тихо, там наверху был. Блин, не попал. Ну, точнее, не добил. Лежать, скотина. Готов. Бери снайперское ружье и нейтрализуй расчет. Так, снайперка, понял. Беру. Так, уничтожить боеприпасы. Где кто? Умри, падаль. Так, два пака готовы. Еще один. Где третий? Ага. Танки идут сюда. Зачистить окопы. Спасибо за поддержку, Дэниел. Да я просто лучший. Так, описания цели пока нет, да, значит, можно просто стрелять. Блин, не знаю, оставить ее себе, может быть, а? Если что, для ближнего у нас есть автомат, у которого почти патрон нет, но есть снайперка пока есть, ну ладно. Погнали пока со снайперкой погоняем. Всем танк! Пирсон, бери своих людей и зачистите окопы! Блин, не видно ни хрена. Давай, давай, ребята, вперед, вперед, зачистим окопы. Блин, не попал. Ой, да всех приложили. Да, в принципе, здесь нет смысла тратить патроны. Просто идем за танком. А он даже сам будет все защищать, правильно? Я говорю, да? Где? Где кто сдается-то? А, во. Не стреляйте! Вы что делаете? Блин, прозевал момент. Так. Нам сюда. Вот, блин. Это, блин, фашисты есть фашисты. Чё? Эй! Это Тёрнер! Они живы! У меня аптечка. Типа, мол, будем отталкиваться от той логики, они бы нас не пожалели. Типа. Дэниелс, Тёрнер, лейтенант! Спасибо. Стойте! Командир на подходе! Ну, пенсия подъехала. Так, слушайте. Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд. Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ! Есть, сэр. Черт. Джипы возьмем, но нужна танковая поддержка. Да, план такой. Вперед! Пирсон пойдет за тобой с отрядом. Не могу. Поступил приказ от Коллинза. Идем на запад с 11-м. Черт, побери. У парней время на исходе. Помощи не будет. Берите джипы и вперед. Живо! Ладно. Чарли завязли в дерьме по уши, вытаскиваем их мы. Вперед! Ой, я рулякать буду? Да ладно. Так, газ. Как ехать в Марини? По этой дороге следующая деревня. Так. Впереди поворот, полегче! Да я... Дорога разделяется! Так, ну я понимаю, за нами ехать, за нашими ехать, правильно? Следите за отступающими краутами! Они пройдут прямо по роте Чарли! Мы должны их опередить! Нормально, привет. Короче, каждый сам себя, ребята, я вас не знаю, бежим. Пронесло! Мы под огнем, нужна поддержка! Почти прибыли! Газуй! Да газуй уже, в пазы. Газ в пол, пол в газ. Да еду, куда дорога ведет. Да. Привет, пацаны. Опа-ча. Вот тут дороги, а вообще, я им сказал. Это даже не направление, это перворожденный. Нормально вы меняете.
Впереди машины Краута! Долго не выдержу! Чарли надеется на нас! Все, нормально. Бум. Они сами врезались, даже не пострелял. Стой справа! А че собор не ломается? Где логика? Так, это свои? Впереди, бей по нему! Я работаю. Вот так. Почти прибыли! Мы куда приехали вообще? Тут прямо... Гнездо немцев. Они уже в доме! Так, это, я так понимаю, не наши, да? Окружили. Не тормози! Так ты за рулем, я за пулеметом. У меня глаза не разбегаются, куда стрелять. Давай, дави всех, дави уродов. Занять позиции у дороги. Еще чуть-чуть. Так. Собраться! Лучше так не встречаться. Смотри, не влюбись в меня, Мерфи. Спасибо, что вовремя появились. Дэвиса благодари, он отдал приказ. Ладно. Уже поздно двигаться дальше. Похоже, у вас есть отсрочка. Простите, сержант. Да? Но разве за этими зданиями не сидят крауты? Может, нам поискать место получше? Ты прав, рядовой. Закажи нам номер в Рице. Сэр. Он просто боится. Подумай о своих проблемах. Как ты со своей раны будешь держаться завтра? Я в порядке, сержант. Дэниелс, присмотри-ка за ним. Опаснее врага может быть только гордыня. Отдыхайте, ребята. На рассвете займем Мариньи. Не могу поверить, но Цусман снова с нами. Он отлично держится, учитывая весь этот чертов прорыв через Бакажи. Пожалуй, Пирсон мог бы обходиться с ним помягче. Но, увы. Не мог бы, значит. Собственно, все получается. Да? И это, короче, операция мы выполнили. Дальше у нас ждет операция Цитадель, но, друзья, это будет уже в следующей серии. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока, увидимся с вами в следующих играх, в том числе и в этой. Goodbye!